Мы уже в аэропорту, чемоданы сдали, все проверили, масочки немножко сняли и ожидаем нашего самолета. Всем пока! Ждите моего возвращения. Прилетели в Турцию, стоим в огромной-огромной очереди. Все по-другому, уже не так, как было раньше, что раз прошли эту кишку, спустились вниз и забрали чемоданы, и потом пошли на выход. А теперь тут совершенно все по-другому. Получили чемоданчики свои, и теперь уже Алла там побежала по делам, сейчас пойдем регистрироваться и искать свой автобус. Народу много. Все в масках, ну, некоторых на бороде, уже надоела она за дорогу, но все равно держится. Кемер у нас будет. Ну, погода у нас сегодня чуть прохладно, 31 градусов, а так 36-38 градусов, поехали. 40, вода где-то 30 градусов. Поехали в Кемер. Завтра у вас будет инфо-встреча с вашим гидом. Я вам назначу, ну, назначенное время. Вы выйдете с ним, увидитесь. Доллар сейчас. Вот. Чумовая канатная дорога. Анталии. Ах, не видно. Ах, не видно. Вот сюда, вот так. Из окна, видишь, я далеко от окна. Это тоже городской пляж, и здесь Амарин самый большой. Сейчас мы будем проезжать еще Черепаш остров, говорят, и Машинный остров. Сейчас вы увидите. Туда подъезжают вот эти, где вот индивидуальные яхты, где там купание идет, рыбалка вот там сюда, идет. Вот так вот. Сядь вот так вот. Девочка вот слева у нас Машинный остров. Мы пришли на ужин. Ложечки вот в таком вот пакете. Все в один. Вилка. Вот. Все, надо стоять в очереди, брать. И там... Тебя ложат сколько хочешь, но... Вам положат столько, сколько вы хотите, но сами вы ложить ничего не будете. Ходит официант и накладывает вам на тарелочку. Вот так вот мы взяли. Я не знаю, что я взяла, потому что издалека это плохо-плохо видно. Даже не представляю, девочки, что я взяла. Похоже на грибы. Угу. Это грибы. Мы голодные сегодня, потому что мы с утра не ели. Вот только мы приехали, помылись. Что в аэропорту? То есть вы в самолете то, что дали? Да, все. То, что мы в самолете дали, а в самолете было очень вкусно, скажем так. Вот. Ну, еще я нормально. Еще взяла пирожные. Ну как без пирожных? Сколько надо пирожные? И яблоки, мои любимые яблоки и груши. Это я возьму и сумку положу. Потом вечером по телевизору мы съедим. И еще взяла виноградик. Вот виноградик, это хорошо. И посливки? И сливки, да. Ну, хорошо. Вот. А что-то тут набрала. Взяли попробовать разные салаты. Всего понемножку. Получается так, потому что мы не знаем. Все это на расстоянии. И видишь там где-то, но не понимаешь что. И они тоже не понимают, что ты хочешь. Только можешь показать пальцем, и тогда тебе это подадут. Вон, ну, теперь я буду кушать, Алла уже кушает, буду кушать я теперь. Ну, посмотри еще на улице что-то делают, смотри на этом самом, на мангале. Спасибо. Мы пришли на ресепшн, а здесь такой симпатичный молодой человек на русском языке. На русском языке говорит, сделал нам Wi-Fi, и сейчас мы будем общаться с нашими. Всем привет. Всем привет, да. Вот. Они мне конфетку дали. А перед этим шоколад? Прекрасный отель. Мне не давали, мне не давали. Прекрасный отель, нам все понравилось, только немножко жарковато. Это только по этому самому, по Вайберу можно говорить? Не, по WhatsApp тоже можно. Ну вот смотри, я включаю, а у нее ничего. Видишь, нет в сети. Она может...
А, у вас Wi-Fi пропал. Ладно, пойду пообщаюсь. Чтоб все знали, что мы уже приехали. Присели в фойе. В фойе никого пока, потому что все на ужине. Вот он поет. И какой красавец. Было б я помоложе. Было б я помоложе. Такой мальчик тут красивый. Вот. Все. Все. Мы пока не можем разобраться, девочки. Ходим, запутались, заблудились, пошли. Оказывается, это не на первом этаже, а на нулевом. Вот. А мы выходим, значит, мы вообще на пятом этаже. Под крышей. Немножко жарковато там, конечно, но вообще замечательно. Очень красивый вид с балкона. Очень красивый. Девочки, никогда вот я не была, не жила так вот в отеле, чтобы у меня был такой шикарный вид. Как-то нам все время давали какие-то боковые места, вот когда мы и в Farm Resident были, и в Golden Lotus, и все это где-то было сбоку, краешком. А чтобы вот такая вот красота была. Посмотрите, какая красота, какое небо. Какое небо, какое море. Это просто сказка. Красивые цветы. Пальмы огромные. Это просто сказка. А горы, девочки, смотрите, какие горы. Просто блаженство здесь находиться.